Ever been in love with somebody who is so beautiful and pure, you couldn't bear to show them your own darkness? That's how I feel about you. We grew up together in St. Mary's Orphanage. I guess I'm gonna have to tell you the truth about what kind of scumbag I really am. But what the hell am I gonna say? Это он разговаривает с игроком или с кем-то еще? Хм, пойдемте, кассета наверху. А вот я не хочу в тени оставаться. Картофельный мешок, окей. Нахрена он мне? Ох ты фак! Твою мать! Давайте, берсеркер, где? Пусть он идет мочит. Ни хрена тот замузон заиграл, конечно. Блин, мне прицелиться сначала в этот фонарь. Нет фонарей, окей. Давайте сбегаем. Кого-нибудь скушаем. Чё так, нельзя так далеко? Пока. И тебе тоже пока? Я где-то может было сожрать сердце. Ам? А почему все время жрет право? Он же станет жиробасом. Что такое по земле? Какие-то волны теперь идут. Окей. Мне бы знать, что куда идти. Hello, up here. Где? Hey, Jackie, up here. Jackie. Hello, up here. Hey, Jackie. А, вон вижу. Up here. Я понял, это все. Спасибо! Утю-тю. Долго же ты меня ждала, наверное, да, с двумя пистолетами наперевес? 11-я квартира? Нет, это же 3-й этаж. Это какая квартира? 8-я. Значит, мне чуть выше надо. Позвонил. Позвони мне, позвони. Позвони мне, ради бога. Привет. У, клёвая. Клёвая. Не, ну моделька реально неплохая. You won't believe this. Look, Giancarlo spelled your name wrong again. Жан-Карло? Кто такой Жан-Карло? You gonna blow out the candles? Окей. Всего 3. Happy birthday. Видимо, у нее двоичное исчисление. 2+1. Теперь все законно. Постебалась это давно, да? I mean, you're only 21 once, right? Are you okay, babe? You're being kind of quiet. Сделай что... Скажи ей правду или защитить ее от правды? Hello, Jackie. Ну, пожалуй, это по-любому мне все снится. Ладно, давайте защитим от правды, типа. I'm fine. Just kind of tired. Had a problem at work, is all. I know you, Jackie Estacado. Something's wrong. Oh, Paulie's all bent out of shape because some money went missing from the register. Now I think he's gonna terminate my contract. He never worried about stuff like that before. He's been upset plenty of times. What exactly do you do for your Uncle Polly anyway? Why won't you tell me? I'm a nobody. Take out the garbage. You're a bad liar, Jackie Estacado.
You look pale, and you're sweating. There's something. Блин, ты терминатор, что ли? Откуда ты все это видишь? See, here's the thing. I was supposed to collect some money from my uncle Paulie downtown. Only the money wasn't there, and now Uncle Paulie's kind of pissed at me. Hey, come on. It's your birthday. А, у неё писинг губе. Фу. Фу. Let's take one day off from fucked up. А если ты окажешься между двумя магнитами, знаешь, как тебя разорвёт? He wanted you to call him. I wrote the number on the notepad by the phone. Окей. Слышь, ты заткнись! Пощечину дам! Скотина! Погоди! ТВ посмотреть? Телек. Клёво, у вас телек, конечно, ну давай посмотрим, может там есть какие-нибудь интересные Jackie, каналы. А я люблю её! Хрен с ней. Интересно, мне вот yeah. это хоть на что-нибудь влияет, нет? Вот эти вот диалоги. Клёво. Чё? Ничего. Чё? Ничего. Я хочу сесть. Ну дайте мне присесть, вот спасибо. А раздеться нельзя? Let's just sit here for a while. Okay? Давай. Universal International. Будут мультики показывать? You want the remote, don't you, mister? No. My apartment, my TV, my remote. Да просто офигительные апартаменты. Никогда лучше не видел. Ты бы хоть что ли обои поменяла? Чё, у тебя картина там выцветшая, блин, выцветшие обои. Может, ко мне переедем? Мне... А? Я думал... Are you cold, Jackie? Да. Закрей меня. Согрей. It's freezing in here. Не, разработчики молодцы, хорошо, вот такую сцену вроде продумали, ненужную, но продумали ведь. Хм. Давай засыпай, я не могу, я как настоящий джентльмен буду сидеть и ждать. И молчать. Kind of дорогая, у меня два тентакля из меня растут. Как ты на это смотришь? Ну, окей. Ну все, ну что она, ну что такое, ну это тю 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 тю. Так и знал, что что-то дадут за это. Ну раз ачивку дали, то можно уже вставать и идти. Господи. Больше ничего не хочешь, нет? А где у тебя, кстати, туалет? А, вон там справа, окей. Ладно, хватит, пожалуй. Хватит милости этой розовой с меня. Блин, чего они смотрят? Ладно, надо позвонить. Мясник Джойс. Hello, Jackie. I heard about what happened tonight. I don't need to point out to you this is a bad situation. You better come and see me. Where are you? Heard through the grapevine you're at the Olive Grove. Yeah. And let me tell you.
something. It's a good thing your Aunt Sarah's out of town. The olive grove is right next to her apartment. This has been one messy afternoon. Now you get yourself over here, but tread lightly. I've got my share of shit for tonight, okay? Hey, leave the goons to me. С кем там разговаривает Дженни? Things are happening. I'm about to get my ass handed to me by a very nasty scumbag whose name rhymes with Paulie Franchetti. Okay, now I want you to notice. Tommy Resetti? Because of who your father was, and because you've always shown respect to your family. Now listen, you go through Doyer's Alley across from Jenny's apartment. I got my car parked there. You make sure no one sees you. I'll leave the back door entrance to the kitchen open. You got that? Окей. Я все понял, нужно пройти там. Ты же полежишь здесь, да? Не уходи никуда. Я приду. Скоро вернусь. Кто будет торт жрать? Батчер. Бутчер, наверное, ли? Все-таки мясник. Батчер неохотно предложил вам рассказать все, что он знает. Встретись с ним в ресторане «Оливковая роща». Выбирает... Чего? Убирает место убийства шеф-повара, вы можете пройти ко входу на кухню через задний вход с аллеей. Охренеть, ну перевод, конечно, просто брутален. Где Симся Лабим, закройся. Симся Лабим. Блин, капец, это самое интересное спускание с лестницы, которое я видел. Я спас тебя от... грёбаного орфанэйдж. От грёбаного сиротского дома. Поли. Так, куда мне идти еще раз? Аллея Дойера. А где это? Чайна Таун, вижу. Ладно, видимо, здесь не показываются улочки. Holy fucking shit! You got the wrong guy! Please, stop! Did I ask you your... Ни хрена себе! Упс! Невиновного замочил? Чё за хрень? Да блин. Пока. Ам? Где я сейчас? Я здесь. Где как раз? Ага. А мне надо... Я это даже не вижу этой. Как где? Аллея Дойера. А, во, есть, вижу. Так, я здесь. Если я здесь, то мне надо идти сейчас. Надо сюда. Да? Стойте. Да, мне нужно идти туда. А, это от меня волны расходятся тогда, когда... я в темноте. Так, что за хрень, что за хрень? Ам, блин, далеко. Ух ты, нямка, смотрите, какая нямка. Блин, ну все время правой достается. Тентакли постоянно все. Это как-то нечестно. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Далеко снова, да?
Да, далеко будет. Что за фигня? Почему-то пистолеты убрались. Окей. Давай, чувак, жги. Бум. Все, никого? Понял. Где темнота? Я не в темноте, что ли, еще? Давай, берсеркер, ну... Так, видимо, темнота закончилась. Я, видимо, не в темноте сейчас. А, видимо, берсеркер там замочил всех. Кого только можно. Ам? Ну покорми левую, ну покорми, ну... Я что-то слышал, что если жрать много сердец, то будет плохая концовка, поэтому надо, наверное, все-таки жрать поменьше. Так, ну это полагаю, вот она, аллея дойеров, да. Суммонер. Видимо, определенное количество раз вызвать берсеркера. Бум. Блин, как-то коряво работает этот... Вот эта вот сопля, которая из меня выпадает. Бум. Ладно, патроны собрал. Так, это что такое? Вот у меня в левом верхнем углу. Почему у меня одна осталась только? А, видимо, другая в стороне от кадра была. Подождите. Я посмотрю, что значит вот эти вот крестовина. Что она из себя представляет. Так, силы вниз, вверх, оружие влево, вправо. Окей. Сюда нет. Видимо, сюда.